Я с самого начала стоял на антисоветских позициях. Где-то лет с 10 я стал интересоваться политикой, еще до философский период, читать прессу. Вот. И я решил познакомиться с мировоззрением своих врагов, поэтому начал изучать марксизм где-то около 7 класса. Вот. Я, наверное, единственный, кто в таком возрасте прочел первый том «Капитала». Приходил домой из школы, садился с карандашом, внимательно читал. Вот. Ну, сфера моих интересов была довольно разнообразной, в том числе языки. Занимался языками. Но, как, так сказать, в общем-то, известно, для тех, кто интересовался, меня в скорости выгнали из университета после моего поступления туда. Поступил я сам очень легко. Вот. И никакой протекции мне никто не оказывал. Да, это было бы и сложно для вдовы, человека, которого забыли даже в таких, ну, наверное, я думаю, подзабыли в таких номенклатурных кругах, как-то оказать такую протекцию. Вот. Просто, видимо, дирекция, деканат решили, у меня был всегда восточный вид, усики, волосы волнистые, вот, имя арабское. Но они решили, что этот человек может нам пригодиться с такими данными. И приняли меня на арабское отделение Института восточных языков, сейчас он называется Институт стран Азии и Африки. Проучился я там не очень долго, там курс, может, с небольшим. У меня возник конфликт там, с руководителем кафедры арабского языка Габучаном. Вот, армянин, а я-то турок. Вот. И, в принципе, такой клэш интересов, цивилизаций. Вот. Ну и к тому же с комсомольцами возникла тоже такая напряженная ситуация, напряженная обстановка, потому что я подчеркнуто избегал вот этого пространства, участия во всех комсомольских тусовках, особенно там, где партия поздравляет комсомол с его жизнелюбием. Вот я это все обходил по большому кругу. Вот. Ну, в итоге меня выгнали, попал в армию, там отказался принимать присягу, комиссовался. Вот. И дальше уже как бы был предоставлен самому себе. После знакомства с людьми Южинского круга, ну вот, это приобрело такой целенаправленный уже характер. Так что вот это было как бы началом таким.